Добрый вечер. Во второй половине недели в Латвии температура немного понизится. Завтра же будет по-прежнему очень тепло. Днем температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 27 градусов. Прохладнее будет в районе Даугавпилса, там ждем 22 градуса. Во второй половине дня во многих городах страны также прогнозируются грозы и ливни, но к вечеру распогодится. Скорость ветра 19 июля составит от 3,5 до 15 метров в секунду. В Риге в четверг увеличится облачность. Возможно, кратковременные дожди и гроза. Ночью будет дуть слабый северо-восточный ветер, а после полудня порывами он достигнет 12 метров в секунду. Ночью в столице температура будет около 23 градусов, а днем ждем до плюс 27. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. На этом погоде у меня все. Хорошего вечера и до свидания.